Самоизоляция – сложный период для бизнесменов. Таболячка Алена Горбунова – частный предприниматель со стажем. Но даже она попала в сложную жизненную ситуацию. Мы сидим все по домам. Естественно, что никакого заработка у нас нет. Чтобы, как говорят, открывайтесь и работайте через интернет-магазины. Но для открытия интернет-магазинов, во-первых, нужно создать этот интернет-магазин. И на это нужно время. То есть это не за один день, а кроме того, это крупные суммы денег стоят. Мы хотим узнать все-таки, когда нас откроют, какое будет принято решение. Ну и, конечно, арендная плата нас очень интересует. Кроме арендной платы, предприниматель интересует система налогообложения, льготы в банковских учреждениях, выплата зарплаты работникам. Все эти вопросы обсудили на большой онлайн-конференции. Она на самом деле была результативной, потому что были вынесены именно резолюции. То есть это не было общение, хотя которое тоже очень важно, но, по крайней мере, мы вышли с результатом, и сегодня мы понимаем, что, кому и как нужно делать. Информация меняется, меняется очень быстро. Мы пытаемся очень оперативно на нее реагировать, но все равно обратная связь нужна. Многие предприниматели сами ограничивают себе возможность выхода на работу. Разрешение необходимо правильно оформлять. Для этого нужно заполнить форму на сайте, распечатать и подписать. Документ направить на почту. А также приложить к заявлению дополнительные письма о необходимости возобновить работу. Оперативную информацию, связанную с ограничениями и мерами поддержки, можно узнать по номеру телефона горячей линии. Тем предпринимателям, которым разрешается сейчас работать, да, они потихонечку, конечно, работают. Кто-то находит выход в дистанционной торговле, находит для себя дополнительные возможности расширения бизнеса. Это тоже выход. С точки зрения помощи предпринимателей, да, «Опор России» проводит информационную работу. Готовится проект решения Тобольской городской думы по снижению бремени арендной платы за пользование муниципальным имуществом. Также до 31 мая отложены налоговые проверки. Всем предприятиям, которые платят единый налог на вмененный доход, изменен расчет дохода. Для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, изменен расчет платежа. Теперь он составляет 1 рубль. А предприятия отрасли, наиболее пострадавших из-за самоизоляции, которые определены решением комиссии правительства Российской Федерации, будут освобождены на 2020 год от уплаты налога на имущество, организации и транспортного налога. Кроме того, идет обширная работа по созданию колл-центра, куда предприниматели смогут обратиться и получить информацию по назревшим вопросам. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Михаил Куричко, Ярослав Прохоров. Тобольское время.